Ну-ка. Привет, друзья! Привет! Ты на канале Little Star. Сегодня у меня челлендж собачка. Наш сегодняшний челлендж называется «Не разбуди собаку». У нас вот такая вот интересная игра. Мы сейчас будем ее открывать и попробуем сыграть. Ой, только маленький! Мы ее видим. У нас тут собачка вот такая вот. Страшная, злая собачка. Ставим собачку. Вот она у нас так должна сидеть. Ой. На дощечке. Мы берем три карты, да, три вот таких вот флажка. На них мы будем клеить наших героев. Это мы. Да. Условия нашего челленджа следующие. Наша собачка спит, и она сторожит золото. Мы должны будем добираться по дорожке, на которой нарисованы циферки, на камушках нарисованы циферки. Мы должны крутить нашу рулеточку, например, если мне попалась циферка 2, я должна буду сделать 2 шажочка, и если там будет какой-то номерок, например, 3, 4 или 1, значит, я столько раз должна буду и нажимать на кнопочку. И если нажимаем на кнопочку, и собачка не проснулась, а спит дальше, значит, нам повезло. Ну что, начнем, попробуем? Да. Так, мой зелененький, у папы красненький и у Даши голубенький. Ставим наших вот сюда человечков. Вот так. Так, кто, Дашенька первая крутит рулеточку? Давай. Так, что тут у тебя? 4. 1, 2, 3, 4. Молодец. Там ничего нет. Значит, она сидит на месте. Да, на этом камушке у нас нет ни циферки, нет никакого значка, значит, Даша стоит на месте. Следующее, кто, мама или папа? Давай. Мама. У меня циферка? 2. 2. Так, 1, 2. На моем квадратике выпала циферка 1, значит, я один раз должна нажать на кнопочку. Я надеюсь, я не разбужу собачку. Ой-ой-ой. Есть. Все, да? Теперь я, да? Теперь папа. Циферка 2. Циферка 2. Так, получается 1, 2. Мама идет назад. Если игрок попадается на моем же месте, значит, я возвращаюсь назад. И на мое место становится новый игрок. Да. Значит, я начну заново. И папа должен нажать сейчас один раз. Все, я пошла. Теперь Даша, ты крути рулетку. Ты только 4, давай. 1, 2, 3. Есть, она не проснулась. Я кручу. У меня тоже 4. Ничего, я сейчас вас догоню. 1, 2, 3, 4. На моем месте никакой циферки нет, значит, я на кнопочку не нажимаю. Мне повезло. Давай, папа. Так, Даша, посмотрим, что. Так, что сколько? Здесь? 3. 3, да? Циферка 3. Так, это моя, да? Да, красная. 1, 2, 3. У папы попалась косточка, значит, он и переходит на следующую косточку. О, как далеко, аж вот сюда. Ну. Дальше, чем Даша даже. Я положу. Так. Давай, Даша. Дашенька, теперь кто? Давай, крути. Так, у тебя? У тебя шаги. Дашеньке попались шажочки, значит, она стоит на месте. Она никуда не передвигается, да? Ты пока стоишь здесь, хорошо? Хорошо. Мама крутит. Циферка 3. 1, 2, 3. Мне выпала циферка 2, значит, я должна 2 раза нажать. 1, 2. О, есть! Тут не то, да? Тихо, она очень крепко спит, наша собака. А кто, я сейчас? Мне кажется, что мы украдем у нее золото. Я, теперь, да? Папа, да. Циферка 3. 3, да? Да. Так, что ты у нас? 3. Ну-ка. 1, 2, 3.
Три. Два раза. О, у тебя сейчас она точно. Два раза. Циферка два. Значит, два раза нужно нажать. Держи. Я боюсь. Давай, давай. Сейчас тебе точно нацапнет. Все. Раз. Что это такое здесь? Что тут не стало? Давай, Дашенька, крути. У Даши опять шажочки. Да. Она опять стоит на месте. Вот они, шажочки. Дашенька, ты пока опять на месте стоишь. Да? Теперь мама крутит. У мамы циферка 4. Так, 1, 2, 3, 4. Я не нажимаю, потому что у меня местечко пустое. Папа. 3. 3. Циферка 3. Держи. Так. Мне кажется... Раз, два, три. Три. У папы циферка 3 тоже выпала, значит, нажимаешь 3 раза на кнопочку. Ну, сейчас она точно проснется. Чем дальше, тем сложнее, да? Да. Все. Проснулась наша собачка. Я должен идти обратно. Он меня заметил, да? Да, он тебя заметил. Значит, папа возвращается опять на место. Опять заново начинаешь. Так. Не везет? Так, крутит. Ну Дашенька. Ты собачка. Ну ты собачка злая. Ну-ка. Спи, собачка, спи. Собачка. Дашенька, Даша. Крути. У Дашеньки? Один, наверное, да? Один, да. Желтенький, один. Один. О, у тебя циферка 5. Даша должна 5 раз нажать на кнопочку. Ну-ка, ну-ка, нажимай. Бери мой пальчик. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Нет, о-о, не проснулась. Крепко спит собачка. Спи, 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 доги. Мама крутит. Так, у мамы тоже циферка 1. А тебе? 1. Ну. На моем квадратике циферка 3. Я нажимаю 3 раза. Раз, два, три. Повезло, папа. Сейчас точно на тебя цапну. Циферка 2. Так. Раз, два, да? Угу. Сколько там? Один только, да. Один раз нажимает на кнопочку, так, папа. Один, по-моему. Проснулась. Что-то мне не везет, да? Да, к тебе смотри, опять попалась, ты опять назад идешь. Возвращается назад, потому что заметила его собачка и проснулась. Надо тише, чтобы ее не разбудить. Дашенька, крути. Давай, Даша, давай. На. Теперь ты. У Даши циферка 1. Вот сюда. На Дашином квадратике косточки, значит, она идет на следующий квадратик с косточкой. У нас следующий квадратик с косточкой вот здесь. Вот он. Дашенька, ты аж сюда пришла. Смотри. Да? Ты уже далеко. Да. 1. Только опять 1. Сколько раз должен нажимать там? 2 раза. Ну-ка. С первого раза. Что это такое? На самом деле тебе не везет. Она только у тебя, вот у меня тоже 1 раз. Так, давай. Что, Даша, да? Так, теперь Дашенька, давай, Даша. Дашенька, смотри, мы сейчас с тобой уже скоро возьмем золото, а папа все сидит на первом месте. Давай, крути. Сильней. Циферка 4. 1, 2, 3, 4. О, вот здесь ставь, у тебя циферка 6. Дашеньке попалась циферка 6. Она 6 раз должна нажать на собачку. Ну что? Нет. Все. Давай со мной. Возьми мой пальчик и нажимаем. Раз. Все. С первого раза. Аж твой человечек вылетел, да? Да, да, да. Он испугался тоже. Спи, собачка, спи. Даша обратно. Дашенька должна пойти на первое место возле папы, потому что собачка проснулась. Бери свою фишку, ставь вот сюда. Возле папы. Циферка 1. Так, у меня 1. И я нажимаю 1 раз. Все. Вы не заметили, что у мамы только по одному шагу делает
Слишком пугливый он, да? Я зайка. Ты зайчик. Цифра 4. Ну я просто спешу. Я хочу быстрее взять все. Давай. Раз, два, три, четыре. Есть. Сколько там у тебя? Ничего нет. Ничего. У папы ничего не выпало на камушке, значит он ничего не нажимает. Теперь крути, Дашенька. Крути. Сильно крути. Так, циферка 3. Давай. Бери своего человечка. Это моя. Да. Раз. Раз. Два. Три. Так, так. Есть. Так, и у Даши циферка 2. 2. Нажимай 2 раза. Берешь он пальчик. Раз. 2. Видишь? Не проснулась собачка. Давай, так, мама. Мама. Я знаю, что у тебя будет цифра. Не знаю, посмотрим. Опа. У меня выпали шажочки, ножки, значит, я стою на месте. Так, я, да? Да. Цифра 3. 3. Раз, два, три. Так. На папином квадратике цифра 2, значит, 2 раза нажимает на кнопочку. Ну, папа, держись. Не видать тебе золото. Так, циферка 3 у Дашеньки. Раз, два, три. Вот здесь. У Даши циферка 3. 3 раза нажимаю на кнопочку. Так, нажимаем 3 раза, да? Вы просто громко говорили. Опять Дашенька возвращается. Я кричу. По-моему, мое золото будет. Так, циферка 4. Раз, два, три, 4. Как считаешь? Правильно? Откуда? Вот отсюда. Отсюда? Да. Раз, два, три, 4. Да. На моем квадратике ничего нет, значит, я стою на месте и ничего не нажимаю. Дашенька теперь или папа? Я, да. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, ты стоишь на месте. Ты я и так передумал. На месте. Я передумал. Папа и Дашенька у нас вот тут. По-моему, так. Золото будет давай, мое. Даша. Давай. Давай, Дашенька, крути. Циферка 1. На первую. Okay. Вот так. На Дашином квадратике циферка 2. Пожалуйста, нажимай 2 раза. Моим пальчиком. Один. Опять проснулась. Да, что же это? Вот видите, как вам не везет? Вот не везет и все, а? Знаешь, значит, мое знаю. Должно быть золото, да? Она просто чувствует уже нас. Как кажется... интересно, вы оба опять идете назад. Так, давай, мама. Я везучая, да? У меня циферка 4. Забери золото, будем делиться. 1, 2, 3, 4! Боже мой! У меня остался всего лишь один шаг, и мое золото будет. Но у меня тут выпала циферка 7. Так что, по-моему, не видать мне золота. Я должна 7 раз нажать на кнопочку. 1, 2, 3, 4, 5. Что-то она не просыпается. 6, 7. Ура! Мне повезло. Да. 7 раз, и она не проснулась. Теперь Дашенька. Нет, давай. Теперь папа. Я, да? Давай я. И я. Циферка 3. 3, да? Да. Раз, два, три. Так, 2 раза нажимаем. Ну-ка посмотрим. Раз. Раз. Вот, видишь? Опять ты идешь назад. Ну здорово, вот это класс. Так, и у Даши циферка 1. Где твоя фишечка? Вот, бери. Иди вот сюда на этот квадратик 1. На Дашином местечке циферка 2. Нажимай 2 раза. Моим пальчиком. 1, 2. Молодец, ты не идешь назад. Так, давай, мама. Сколько у нас там? У нас циферка 1. Я выиграла! Я выиграла! У меня выпала циферка 1, и я вот сюда прямо села на золото. Мое местечко прямо на кладе.
Игра очень интересная. И детям интересно, и взрослым даже. Да, да, это точно. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока. Еще. Вот только. Мне нужно много конфеток. Я люблю много сладкого. Ну тебе много будет болеть животик и зубки. Я буду понемножку кушать и только после еды. Сколько у меня тут килограмм получилось, Даша? 4. 4 килограмма конфеток. Вот это здорово. А сколько тебе нужно денежек, Даша? 5. Вот, пожалуйста, спасибо.